Приветствую, друзья! Это канал «Письма со всего мира». Была удивлена, когда получила это письмо, потому что, судя по правому углу, на котором нет марки, я обратные расходы не оплачивала. Странное письмо, плюс на нем еще, ну это я заклеила, был написан мой старый индекс, ну поэтому я вся в таком нетерпении ждала, когда наконец-то смогу сделать обзор на это письмо и посмотреть, кто же там все-таки мне пришел. Ну что, давайте откроем. Так, как-то странно, что-то заклеили, наверное, все-таки. Так, ладно. Так. Обалдеть. Вот, вот уж неожиданно вообще. Капец. Блин, нет, вот просто нет слов, потому что мне хочется очень громко ругнуться. Ну, что ж, тут вы видите две исполнительницы, написано Эми Грант и Тори Келли, и совместный трек, который они спели. Автограф пришел от Эми Грант, вот такой вот автограф. Сейчас я расскажу, почему я в шоке. Опять написали Джули. Ну ладно, буду Джули, а не Джулия. Короче, это довольно-таки старый ответ, на который я уже не надеялась. Вот не зря я акцентировала внимание вначале, что обратные расходы я не оплачивала. Я очень долго ждала ответ от Эми Грант. Это певица, ну, собственно, как и Тори Келли. И «Baby, baby» — это самый любимый мой трек. Можете даже послушать его. Я просто тащилась, поэтому смотрю, о, Эми Грант отвечает, надо написать. Написала, вот, распечатала их совместную фотку, даже оставила место, сказала этому оператору, который печатает фотографии, ну вот, напечатайте мне так. Потому что если и идет обложка альбома, то она, как правило, квадратная, и растягивать ее, ну, нет смысла. Ну, написала, жду. В общем, нет, я смотрю, ответы на платном идут. Ну, думаю, все не оплачивает, точнее, не присылает без оплаты обратных расходов. Спустя, ну, я не знаю, год-полтора, наверное, иду, печатаю еще фотографии, у меня уже есть марки, клею, отправляю. Буквально, ну, я не знаю, недавно, месяц назад повторно отправила, и вот, пожалуйста, приходит то давнее письмо. Вот как это называется, ребят? Меня многие там спрашивают, а когда отвечает там тот актер, а когда этот отвечал, вот ли он сейчас... Ребят, ну вы видите, какая ситуация. То есть я вот тоже не подождала, да, а достаточно просто набраться терпения и подождать, пока вам актер, там, актриса ответит. Вот я не подождала, и получается, два раза написала. Не знаю, как, когда второе письмо вернется. Но вернулась первая, причем без оплаты обратных расходов. То есть я лоханулась дважды. Спасибо, да. Ну, это, опять же, опыт и для меня, и для вас. Я думаю, что вы тоже вынесете урок, что стоит все-таки подождать, не писать второй раз. Ну, конечно, если там уже не отвечает 3 года, 4 и больше, то, ну да, стоит все-таки написать. Бывает так, что вот идет поток, да, ответов на платном, и ты пишешь, и тебе сразу быстро тоже возвращается. Это потому что, ну, актер на данный момент находится в США, то есть если, ну, адрес США агентства, и может подписать. Тут да, тут ловите момент. Я, собственно, смотрю, что она отвечала, и я подождала, то есть... С момента ответа я думала, что мне вернется вот это вот. Ну, долго я ждала где-то.
в районе 2 или 3 месяцев не выдержала. Ну все, думаю, не присылает без оплаты обратных расходов. Ладно, оплачу, потому что очень не хочу автограф этой певицы. Да, осталось Тори Келли. Короче, если мне ответит Тори Келли, надо... Не знаю, какой адрес... Нет, если мне ответит еще раз Эми Грант, я посмотрю, откуда отвечает Тори Келли, и даже если она не отвечает, допустим, ну, не знаю, попытаюсь все-таки на какой-нибудь адрес, на который еще не писали, проверить, и хочу вторую подпись на эту фотографию. Но это, повторюсь, только после того, как Эми Грант мне пришлет те мои фотографии, и уже можно... Хотя мне очень нравится это фото, я специально печатала. Второе, я уже раз печатала ее фотографию, и, ну, кстати, наверное, тоже с ней... Ну, вот не помню, честно. Но я подумала, блин, может, она обидится, что я отправила ей фото с Тори Келли, но хотя, блин, это ж... Кстати, обновленный трек с Тори Келли, потому что первоначально Эми Грант пела вот этот вот трек, а потом уже она вместе с Тори Келли начала его. И мне, кстати, вторая версия больше нравится, потому что, ну, Тори Келли классный голос. Ну, и Эми там тоже, поэтому... Блин, вот, короче, это мой опыт, как вы видите. Если захотите писать без обратных расходов, знайте, она отвечает долго. Вот. Адрес брошу в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на группу, подписывайтесь на канал. Поддержите. Всем пока. Ну что, друзья, похоже, все-таки мне пришел второй ответ от Эми Грант. Я надеюсь, что там Эми. Уж больно конвертик похож по марке и вообще в целом по содержанию. Короче, я надеюсь, что это она. Он достаточно плотный. Ну и плюс, да, вот говорю, что недавно пришел старый ответ, и вот я думаю, что это новый. Давайте вскроем. Так. А ножницы у меня далеко. О, друзья, друзья. Вот видите, не взяла. Ладно. И барабанная дробь. Ну, да. Ну, в общем-то, да, вот. Так, и вот просто подпись. Да, это Эми Грант. Обратные расходы оплачивала, однако марка не проштампованная. Отправлю еще раз. Ну, тут немножко протру жидкостью для снятия лака и вперед. Если на той фотографии она мне написала для Юлии, то здесь она просто подпись поставила. Ну, в общем, да. Видите, у меня все-таки предчувствие хорошо работает. Это видео добавлю в выпуск с Эми и все объединю, в общем-то, залью. Собственно, поспешишь, людей насмешишь. Но, тем не менее... Ответила, и слава богу. Спасибо. Теперь точно. Пока.